Ирина Федоренко родилась и выросла в городе Малине в Украине. В настоящее время живет в Лиде. Я родилась и выросла в на Украине. Житомирская область, город Малин. Такой же районный городок, как и Лида. Но очень живописная природа. Там у нас всегда весна приходила где-то на 2 недели раньше, чем в Лиду. То есть у нас теплее. У нас протекает речка. Там, где в Лиде проходит железная дорога, то там у нас протекает речка. И также мост через речку. Я также жила, как вот сейчас здесь. Я живу на Слободе, а раньше жила, тоже назывался фабричный поселок. У нас была бумажная фабрика. А центр также находился, надо было перейти через мост. У нас очень много частных домов. И когда за день солнце нагревало цветники, то вечером, когда проходишь по улице, такие ароматы стояли. У нас было такое городище, там жил князь Мал. Когда-то княгиня Ольга мстила за то, что убили ее мужа. Он поехал за данью, а его вместо этого убили. Княгиня решила отомстить. К ней приехал свататься князь Мал. Говорят, он был мал ростом. Она его сказала: хорошо, но для начала иди попарься в бане. Этот князь Мал основал наш город. У нас есть памятник Миклуха Маклаю. Его мама купила имение себе в нашем городе. Он к ней один раз приезжал, и ему поставили памятник. По распределению я приехала в город Лида. Так здесь и осталось. Мне очень нравится город. Очень нравятся вообще белорусы. Но, конечно, свою родину я вспоминаю всегда. Это родина. Там прошло мое детство. Там остались мои друзья школьные. Некоторые там остались, некоторые разъехались по всему белому свету. Естественно, родина есть родина. Какая бы она ни была, всегда вспоминаешь ее с любовью и нежностью.